Привет, мои хорошие. Хочу вам рассказать про мой 14-й вроде бы трип, да? И что там произошло? Там произошла такая штука. Ранее я описывал, что нужен ситер, да? Рекомендую всем. Потому что я запутался в реальностях. Они реальны, но они разные. То есть они происходят одновременно. Так как ты еще, как говорится, недоразвит, ты не можешь в этом разобраться. Ты не можешь считывать эти реальности одновременно, потому что они у тебя по-разному. То есть, есть реальность, одна из реальностей – это тело. Вот оно, материальное тело. Потом реальность идет, зачастую она происходит как перемотка событий. Очень часто, когда многие, кто трипует, они знают, что такое. Все перематывается назад. Тело ходит, там чай можешь налить, но события такие назад мотаются. А тут события еще назад, мотаются назад и мотаются вперед. И очень тяжело состыковать, две перемотки в разные стороны. И при этом еще двигается тело материальное, которое перемещается. Вот. Я вот запутался, пойдя в туалет просто, да, в коридоре, запутался. Что произошло? Когда я выбрался... Нашел туалет. Выбрался в квартиру. И там у меня вот этот процесс перемотки в одну сторону, где вот эта прокрутка назад, она немножко так притухла. Я нашелся. Но она все время присутствовала. Но она такая перестала активно проматываться назад. И я пошел и на кровать. Оперся так, да, и просто замер, и просто стал наблюдать. Вот лучше, да, если кто-то трипует, приготовьте ведро, в которое ты можешь поссать, не ходя никуда в туалет. Вот просто ведро обычное поставь, ссы в него и кровать рядом. Нахер никуда не ходи, если ты соображаешь, никуда не ходи. Воду рядом, бутылочка, ведро, то есть не выходи вообще из комнаты. Ведро поссать, вода и кровать. Все, больше никуда не ходи, чтобы не запутаться. Что произошло? Я вижу материальное тело. И у меня еще музыка была включена. 4 минуты музыки, но она так проникла в меня, потому что она так глубоко ко мне зашла. Это просто писец. Вот эта музыка, она охуенная. И я еще все время ассоциирую вот с этим то, что я увидел. То есть, материальное тело. Потом идет вот эта вот реальность, которая проматывается, может проматываться назад. Это как веер времен, да? То есть, не существует на самом деле времени, будущего, прошлого. Все одновременно. И... Вот это вот пространство, оно перематывается. Может перемотаться, может в другую сторону обратно перемотаться. И я на кровать так оперся, и я наблюдаю вот это пространство второе, которое идет вот перемотка. И потом в один прекрасный, ну такой момент, да, я чувствую, оно отделяется от меня. Оно становится как фоном, как рядом такое, рядом с тобой стоим, становится... И ты его уже видишь, как будто бы контролируешь. И там происходят звуки, там еще что-то, но они происходят отдельно уже от тебя. И потом в один прекрасный еще одна реальность отделяется. И ты начинаешь уже видеть материальное тело, та реальность первая. Вторая, но это не реальность, а это как мерности. Вторая вот эта мерность. Она тоже такая отделилась от тебя. И ты начинаешь наблюдать все эти мерности, включая материальное тело. Я на кровати вот так стоял и просто наблюдал это. И охуевал, да? И это все происходит одновременно. И ты одновременно видишь эти мерности разные. И прокрутка в этих мерностях, она по-разному. Но ты их все одновременно видишь. И потом еще одна мерность отделяется. И ты эту мерность тоже начинаешь видеть. И там и прокрутки времен, и еще что-то. И это все в
кучей, и ты начинаешь все это осознавать и видеть одновременно. И потом отделяется еще одна, но уже она как бы не отделилась, но она такая сформировалась. И вот эти все мерности, они стали вот так вот, они были вот так вот широко и стали вот так вот втягиваться. Собираться, все вот эти мерности, которые я видел, они стали собираться вот так вот в конгломерат такой. И я понимаю, что это происходит. И это точка. То есть они все берут эти мерности и идут в точку. Они вот все вот эти мерности, которые я увидел, они прям берут отовсюду и в одну точку идут. Я понимаю, что это формируется точка. То есть мне показывают, что есть точка. Точка есть Творец. И это все берет так, и все в одну точку. И я вместе с ней. Все. И я еще такой вопрос задаю. Это предел? Мне такие, да, нет ничего кроме точки. Но когда ты это еще видишь, это тоже как бездна. Это как бездна. Каждый раз ты видишь бездну. Бездна вселенных этих бесконечных. Бездна веер времен. Ну, каждый раз ты удивляешься то, что происходит. И здесь опять тоже эта точка. И мне такой ответ, что типа, ну, я засомневался. Еще и думаю, кто отвечает. Тоже интересно. Я понимаю, что отвечает Творец, то есть я, да? Но я чувствую, что что-то не то. И я начал рассматривать эту точку, начал рассматривать эти, что там вокруг. И я чувствую, как это появилась такая, знаешь, как два круга какие-то. Один круг образовался, второй, и какой-то как рябь, и такое как цифровой код. И я чувствую, что это как будто ошибка какая-то. То есть я начал углубляться дальше, и я смотрю, как будто это ошибка. Я понял, что там дальше еще. Потому что до этого еще два раза я видел, а не два, один раз с братом, да, я видел, что за точкой есть еще точки. А брат мне утверждал, что точка, она одна и больше ничего не вокруг. А я вижу, что точки дальше есть. И тут я точно увидел, что как будто сбой какой-то происходит. И вот. И эта точка вот, это, конечно, вообще капец. Точка, из чего все произошло. В нашем вот этом, наших этих мерностях и нашем вот этом мире. Можно сказать, точка, которая взорвалась, да, и которая сформировала все. У меня четкое такое ощущение, что когда вот эта теория взрыва, да, большого возникала, это не имелся в виду взрыв, как мы знаем, взрыв этот. Как нам показывают по телевизору, не такой взрыв. Другой взрыв. И есть такое ощущение, что люди эти трепуют, которые осознают вот это вот, да, которые придумали эту теорию большого взрыва. Они, скорее всего, что-то принимали, употребляли или занимались какой-то медитацией или еще чем-то. То есть они входили в состояние измененного сознания, состояние измененного сознания и обнаружили все вот эти вещи. И я опять-таки был очень сильно удивлен, увидев вот эту точку. То есть я был в шоке немножко опять-таки. Ну, я всегда все время такой эмоционально шокированный, но не сильно, да? Но мне просто так, и на следующий день ты это все воспринимаешь, как это произошло, как бездну опять. И тебе еще так немножко тяжело становится на следующий день, каждый раз. Ты как заглянул в бездну, и у меня видео вышло, что если долго всматриваться в бездну, да, то бездна посмотрит на тебя, действительно. Когда ты всматриваешься в бездну, она в один прекрасный момент на тебя так посмотрит. Ужас. Вот. Это был мой 14-й трип
Сейчас у меня уже их 18, и я вообще расскажу, что там произошло. Писец. Самое офигенное, это, конечно, был 17-й и вот 18-й последний. Они были тотально собраны, тотально... Все, короче. Ну, потом все это опишу. Поэтому, ребята, нет предела совершенствования, нет предела познания. То, что происходит. Ты на самом деле каждый раз будешь находить все новое, новое, новое. Поэтому, если ты не готов, да, кто-то хочет просто посмотреть, кто-то хочет нырять очень далеко-далеко. Это бесконечный процесс. То есть там предела вообще нету. Поэтому не живите этим. И рекомендую всем собраться, как я это называю, собрать себя, наслаждаться этим миром. И этот мир очень вкусный. Когда ты соберешься, у тебя раскроются вкусовые ощущения, ощущения всего, ощущения сексуальные, ощущения тактильные, все меняется. Ты по-новому начинаешь воспринимать все. Еда просто раскрывается для тебя. Вот. Вот так вот. Такая вот херня. Вот, ребята. Держитесь. Так что кидайте, кто может, донаты. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю, всем пока. Давайте. Трипонавты. Трипонавты вперед. Все. Но помните, что это довольно-таки бывает зачастую опасно неподготовленным людям. Поэтому этим должны заниматься подготовленные люди. А если ты не подготовлен, держи при себе ситера или попроси кого-то. Так что давайте, ребята, пока.